слушали очень... Не так. Так они это ж... Не бывает. И здравствуй, дорогой мой зритель. Очень рада, что заглянул ко мне на канал. Друзья мои, уважайте людей в очках. Они вы деньги заплатили, чтоб вас видеть. Никогда не сдавайся, друг мой, позорься до конца. Почему закрыли казино? Так они же это, людей отбирали до нитки. А тогда почему налоговую не закроют? Утерянное моей женой водительское удостоверение прошу сжечь за вознаграждение. Таня поняла, что нужно худеть, когда провалилась в открытый люк и не упала. Жену депутата спрашивают, почему вы хотите развестись с мужем? Ой, да он только и делает, что стоит он у кровати и рассказывает, как мне будет хорошо. Моя бабушка начала ходить по 5 километров в день, когда ей было 60. Сейчас ей 98, и мы понятия не имеем, где она. Жена утром мужу в спальню. Тук-тук. Кто там? Любовь твоей жизни. Не ври, пиво не умеет говорить. Строго сижу на диете. Утром, значит, йогурт, в обед чай с лимоном. На ужин легкий салат из мяса, колбаски, сметанки, пельмени, курицы, булочек и рыбы. В автобусе один из пассажиров упорно ковыряется в носу. Все долго на него смотрели, наконец один не выдержал и говорит, «Слушай, а может ты не туда положил?» Таня не верила во всякие там знаки, поэтому у нее отобрали права. Что делать, если дорогой человек тебя не любит? Продать, пока дорогой. Ой, девушка, девушка, как вас зовут? О, ой, какое красивое редкое имя. Пьявда? Валечка, да вы выпили 4 порции виски и ни разу не закусили. Миша, да я ж на диете. Как говорил знакомый гробовщик, невыносимых людей не бывает. Бывает он, узкие двери. И на этой смешной ноте, друзья мои, будем с вами прощаться. Ставьте тете Моте лайки, подписывайтесь на канал, оставайтесь всегда на волне позитива и хорошего настроения. И всем пока!